Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Так, ну что, одну гоночку я сделал, потому что, ребят, настроить клавиатуру, как всегда, забыл. Кнопки не расставил и сфейлил первую гонку, короче. Поэтому давай дальше ехать в нормальном, так сказать, режиме. Так, я смотрю, у нас ролличка тут одна обгоняет на магнитном, видимо, ускорителе. Нет, ребят, магнитоускорителя нету. У него есть усилитель колес, я смотрю. Но это ему не помогло. Все-таки мы первые здесь были, оказались. Умудрились мы его, короче, обогнать. Но все равно у него магнит был. Пускай даже и не ускоритель, но он есть. Так, смотрим дальше. Все там очень делают крутые опупенные прыжки. Так, ну нам-то как бы на это глубоко и далеко, да, поэтому едем с тобой очень даже неплохо. И опять же занимаем первое место. А они там с усилителями колес, значит, наяривают, да? Не знаю, ребят, усилитель колес как бы не для меня. Почему? Потому что мне кажется, что машину слишком сильно закидывает. Да, я лучше поеду вниз, как это сделал Вигуэта этот. Ну, ты сам понимаешь, да? Пускай он здесь первый приехал, но по итогу он будет, я не знаю, там вторым, может быть, третьим, а я, естественно, буду первым. Так, ну что, продвигаемся по чуть-чуть, и я хочу поменять, ребят, костюм. У нас есть такая вот каска. У нас есть вот такой вот рубашка зомби. И штаны. Штанов, причем двое у нас. Ну, пускай будет так. И давай-ка мы, наверное, еще флажок возьмем. Вот так вот. Нормуль? Нормуль. Ну что, друзья мои, восхитительные диверсии, как видите, у нас. Да-да, те самые диверсии, на которых я обычно проигрываю. Сказал себе Рэй под руку и перевернулся. Почему я не могу постоянно туда запрыгнуть? Неужели так сложно моей машине туда залететь? На ту верхушку. Не знаю, друзья. Не могу вам ничего даже объяснить. Почему так происходит? Такс. Вот смотри, вот здесь вот мы смогли запрыгнуть, да? Да, я не спорю, что это все так было легко и просто, но ведь смогли же. А там почему-то мы не могли. Вот как хочешь, так и понимай это. Ладно, 3 очка мы имеем, и один проигрыш за нами в этой гонке есть. Как ни крути. Тут еще главное, ребята, если ты вовремя, ну, приземляешься на оба колеса, естественно, да, то у тебя есть некий такой вот бонус. Ускорение. Я уже об этом неоднократно всем говорил. И этот бонус дает мне вот такое вот преимущество. Многие, правда, говорят, убери его, он тебе не нужен. Нет, ребята, он мне нужен. И он мне круто помогает на самом-то деле. Единственное, конечно, что не всегда получается приземлиться на оба колеса. Особенно, когда ты где-то высоко летишь и не видишь, где у тебя там земля, так скажем, да? Опа, все почему-то наверх полетели, а у меня почему-то все только вниз. Вот как это, ребят, объяснить? Один допрыгался, кузнечик. Сам виноват. Друзья мои, сам виноват. Кто его просил туда наверх? Я помню тоже тогда наверх сиганул, да? Помнишь, тоже приземлялся, зацепился за что-то и просто-напросто перевернулся и разбился. Все, естественно, сразу же прыгаешь. Так, идеальный вроде бы старт. И вот здесь я так и думал, ребята, что будет какая-нибудь загвоздка. И вот на тебе загвоздка получилась. Загвоздка получилась, что я в данный момент вообще еду последним. Слава богу, вот здесь вот обогнал чуть-чуть. Ну, не знаю, надолго ли. Ну вот, третьим по итогу.
по итогу третьим. Почему у нас не получилось сверху там перепрыгнуть, даже не могу тебе объяснить. Вот не получилось и все. Вот опять же, друзья мои, у всех все нормуль, а мне пришлось вот врезаться. И, естественно, при этом я потерял скорость. Ну, благо, я вроде бы как стабилизировался, как ты видишь. Все у меня тут хорошо сейчас в данный момент получается, и занимаем первое место. И по итогу я должен быть первым. Да, я первый. Но, опять же, были определенные риски. Ну что, давай открывать сундуки. Так, ничегошеньки пока интересного нам не выпадает, к сожалению. Ну что, столичный кубок, давай попробуем проехать его идеально. Ну, идеально это значит, что всегда все первые места. Хотя я вижу там он... Как это? Ватрушка, вертушка. Вот зачем ускорение врубать именно на трамплинах? Машинка, вот объясни мне. Она врубает как раз, когда я начинаю подлетать. И сам понимаешь, в этот момент та самая сила, которая тебе дает рывок, она просто улетает в никуда. Тебе это ничего не знакомо, а? Тебе вот это вот незнакомая ситуация, а? Если незнакомо, посмотри серии 3, наверное, назад. Там один в один было такое же. Также я впендрючился, и также я потерял скорость, и также я потерял преимущество. Но здесь вообще жесть какая-то происходит. Вообще жесть. Такого расклада я вообще не помню. Да, Рэчик. Из-за своей же вот глупости, элементарные, ребята, глупости, мы проигрываем. Так, вот здесь, кстати, насколько я помню, должны быть ящики. Вот здесь вот можно было бы спокойно перевернуться и разбиться, ребята, нечаянно. И это мне дает только лишь второе место, друзья. Так что едем дальше. Забытое шоссе. Вроде кажется, да, забытое шоссе, вроде трасса как бы для нас. Опа, на попрыгульках. Да, ребят, на амортизаторах. Там скоростное авто едет сзади меня, я смотрю. Я надеюсь, это не перебор. Это... Оу! Это что сейчас? Вот это, ребята, было просто везение. Это фарт. В высшей степени фарт. А по-другому это не назвать. Я уже думал, что все, тут что, одна гонка, что ли? Я думал, что мы там сейчас перевернемся и разобьемся. В принципе, чудом каким-то просто встал на колеса обратно. Да, вот такое вот, ребята, бывает везение. Ну, по-другому это не назвать, чистое везение. Так, магнит, все дела. И у нас грязные ралли, лесная тропа. Окей, давайте посмотрим, что нас тут будет ждать. Ну, эта трасса еще более-менее, ребята. Это еще более-менее, сразу скажу тебе. Бывает и хуже, возможно, и будет хуже. Но здесь мы проехали отлично. Так, поехали дальше. Так, это не то ли случайно, где там камни будут? Если с камнями, то это будет трэш. Да нет, вроде бы. Или все-таки это оно? Нет, есть хуже. Там, когда камни, ну ты, наверное, понял, о чем я говорю. Там, где камни из-под земли торчат, в которые ты врезаешься. Ну, в общем, всякая ерунда, которая нам всячески, ребят, мешается. Слушай, а здесь, по-моему, вообще нормальная трасса. Опять, ребят, срабатывает вот эта вот
система ускорения. Есть. Главное приземляться ровно на колесики. Все. Блин, тут 4 трассы. 4 гонки, оказывается. Я думал 3. Я думал, здесь будет 3, но нет. Вот здесь главное. Оп. Даже вот особенно на таких вот коряненьких боковых подъемах, если ты приземляешься все равно на два колеса, то все у тебя отлично получается. Вылетел там какой-то. Та-да-да-да-дэнс. Так, ну что, у нас 12 кубков. Я думаю, скоро мы сейчас с тобой заберем уже вот эту вот первую нашу награду. Угу. То есть тут получается 12 тысяч монет. Так, привет-привет, видео снимаешь? Да. Да. Снимаем видео. Так, события. Вот смотрите, что такое, ребят? Я вот не понимаю. Руслан, скруч, скруч, скруч. Вот что, что это такое? Непонятно. Так, что я хотел? Я хотел... Во-первых, что-нибудь прокачать бесплатно, если по возможности такое есть. Но мы видим, что тут... Ага, есть. Все-таки есть что-то повышение бесплатно. Ребята, а здесь максимальный уровень вообще есть у прокачки? Или он бесконечный? Он, наверное, бесконечный здесь. Так, что еще? Я хотел посмотреть баги, да? Баги, где оно находится у нас? Вот оно, баги. Оно и не куплено даже еще. Значит, купим. Так, повысить бесплатно. Конечно, повысить. Вот. Начнем потихонечку еще и баги прокачивать. Не знаю, много, ребята, от вас комментариев пришло. Там, прокачивай не баги, прокачивай там еще что-то, еще что-то. Если бы у меня были бы миллионы бы здесь бы, я бы прокачал бы как можно больше машин, поверь мне. Просто мне почему-то кажется, что именно на баги нет вот этих вот танцев с бубном, как на той же ККМ-ке или на лихаче. Понимаешь, да, о чем я? Потому что на лихаче я попытался, ребят, но это трэш, надо уметь ехать. Конечно, надо, можно все это потренироваться за кадром, но это нужно время. А его, блин, у меня нету в таких объемах. Вот сейчас я упал не очень красиво, не очень хорошо, не очень стильно. Но первое место занял. Так вот, насчет времени. Если бы его было бы много, конечно бы, ребят, я протестил бы все. И 100% бы, возможно, у меня бы получилось бы более-менее на них ездить, на этих машинах. Я не могу сказать, что эти машины там плохие или хорошие. Просто могу сказать тебе точно, что у меня на них ездить не получается. Вот и все, что я могу тебе сказать 100% уверенностью. Я привык к этой ролейке, на ней ничего сложного нету, понимаешь? Ну, маневры там, все это понятно. Обходить там где-то, преклоняться где-то, сбрасывать скорость. Но там же нужно помимо этого еще и контролировать. Контролировать перегрузку, контролировать там еще что-нибудь, педальку там и так далее и тому подобное. На лихаче надо контролировать, чтобы у тебя перегруза не было, чтобы машина твоя не развалилась. На ККМ-ке постоянно нужно нагнетать этот, как сказать, энергозаряд. В общем, все. А на баге, по-моему, такого нету. Я могу, конечно, ошибаться, но что-то мне кажется, что нету. Как и на нашем этом. Ох ты, новая анимация, ребят. Прикинь, новую анимацию мы получили. Вот. Вроде бы казалось бы, что... Помнишь дизель, да, наш супер дизелек? Она же тоже, в принципе, машина класса. Но в ней недостаток какой? Именно на прыжках, ребята. Именно во время прыжка, когда она падает с огромных высот. Офигеть тут. Мне сейчас повезло, что просто ускорение дало. Так вот, она именно на... Во время прыжка, если приземляется фигово, да, она все теряет, всю свою скорость. Вот и смотри, как чувак лихачит. Он что, на форсаже, ребят, едет.
Прикинь, даже не боится. У него уже бензин может закончиться. В принципе, у него сейчас закончится, по ходу дела, бензинчик-то. Нет, он, скорее всего, вот это возьмет, да? Чего же он не форсирует-то? А, он форсанул все-таки в конце, да? Фью! Ну, басик. Да, мастерство, ребят, мастерство. Ну, а как это еще назовешь? Везение? Ну, вот здесь вот не было никакого везения. Везение — это если бы мы нечаянно уже там на грани гибели бы и выжили бы. Вот это было бы везение. А тут? Тут везение только в том, что бензин у нас не кончился. Тихо. Твою налево заговорился чуть было. Давай-давай-давай на два колесика. Отлично. Йо-хоу! Все абсолютно, ребята, ролики было. Да, с роликами, конечно, сложновато, ребят. Тут, ну, тут я тебе скажу точно, тут каждый... Вот это было глупо, наверное, с моей стороны. Хотя, с другой стороны, фиг его знает. Глупо это, не глупо. Они-то сейчас выпрыгнут все. Но я все равно первый. Значит, по итогу получается правильно, да? Если ты вниз спускаешься, ты все равно выигрываешь по времени. Несмотря на то, что корявенько получается все, но по времени ты выигрываешь. И вот здесь вот то, что ты перепрыгиваешь, офигенно все это. Да, ребят? Из всех ролик наша тачка здесь, как ты видишь, победителем вышла. Причем абсолютно. Так, открываем. Ничего. Тут тоже ничего. Ну что, кубок претендентов. Кубок претендентов, насколько я помню, это локация вот с этими вот мостиками. Терпеть тоже не могу, ребят. Потому что именно на этих мостиках, на канатно-веревочных, или как их назвать, мы теряем скорость. Очень много скорости, потому что именно когда ты упираешься, вот ты едешь по мостику, да, он прогибается, и тебе вроде бы надо на поверхность твердую подъезжать, а ты просто в нее врезаешься. И все, ребята, и в этом есть потеря скорости. А тут, извини меня, скорость потерять легко, а вот набрать ее, вот набрать... Вот что вот сейчас было? Что это сейчас было с моей стороны, я не понимаю. Вот сейчас буст мне помог. Но там ролика, опа, а мотоцикл меня... Ребят, ну, понимаете, когда ты едешь по земле, у тебя есть возможность ускориться. Когда ты летишь уже в воздухе, во время трамплина или еще что-нибудь, у тебя нет такого преимущества. Он видел как? Вот как вот он мог перелететь? Крылья, я хотел сказать, крыльев у него нет. У него крылья, ребят. Да что за фризы-то, ё-моё. Видел, да? Фризить начала игра, блин. Нормально. Ладно, ребят, первое место взяли. Так, едем дальше. Кубок застойный, тоже до боли знакомый. Это случайно не болотный или кубок? По-моему, это он. Все, растерял скорость. Куда там летим, фиг знает. Ну да, тут. Тут он меня обогнал. Должен признать. Да вот эти вот коробки, блин, всякие, ну... Но здесь первым я стал. Дурацкие на самом деле трассы. Ну, дурацкие в плане того, что... А как он так легко проехал-то? Эй, даже... Он даже не это... Смотри.
Куда я там лечу, фиг поймешь. А он вниз. Он даже, по-моему, там нет. Я думал, он разбился, приехал все-таки. Он вниз сиганул. Он думал, что внизу там что-то есть, наверное. Или он думал, что там будет, как, ну, этот, какое-нибудь препятствие. Думаю, дай-ка я, наверное, занырну вниз и посмотрю. Ну и посмотрел на свою голову. Ой-ой-ой, помним. Помним мы эти трассы. Вот, вот, вот Супер Дизель вот именно здесь, на этих, очень хорошо, ребят, себя проявляет. Именно на вот этих бугорках, попрыгульках и тому подобное. У него идеальная подвеска, а тем более этот с попрыгунчиком еще. То есть вообще нормально проходит. Но именно когда прыгает и приземляется он на землю, он 50% скорости сразу теряет, понимаешь? Сразу же теряет. По-моему, я здесь... Ну, знаешь, если брать в расчет, мне кажется, оно того не стоило. Ну, я имею в виду идти через верх. Можно было бы через низ тоже спокойненько пройти, и все нормально. Ну, раз уж так пошли, мы, как говорится, до конца, да, начали уже дожимать. Я уже из принципа начал выруливать чисто наверх, потому что думал, ну, если мы там... Ну, короче, грубо говоря, погибнем, так погибнем. Почему его машина вот здесь вот... Так, ну здесь, ребят, здесь не разгоняемся, здесь, как всегда, мы знаем, да? Вот такая вот штука. Этот чувак тоже в курсе всех был, вот этот вот, на черном авто. Поэтому он точно повторял те же самые движения, что и я. Так, мы это не взяли? Нет, мы это не взяли. Ну что, наверное, последняя гонка на сегодня. Приступайте к развлечениям. Вот так называется. Я бы сказал, что это тайные диверсии. Я манал такие ваши развлечения. Знаем мы эти смертельные ваши развлекухи. Иначе по-другому не назвать. Ты посмотри, прям по пятам едет, а? Все, тут отлично. А второй будет у нас начинаться сразу с шахты, я так понимаю, да? Ну да. Значит, вы правильно говорите, ребята. Трассы действительно повторяются каждый раз, и ничего не стоит просто их запомнить. Если ты запомнил трассы все, то ждет тебе успех. А если ты еще и умеешь на них кататься хорошо, ну, то вообще, ребята, идеально все. Посмотри, а. Так, мы вроде бы как облегченная версия, но спортивное... спортивное авто у нас. Воу! Крис, ты видел, как он подлетел? Ну, он, ребята, видимо, хорошо подлетел на трамплине. На том самом трамплине я-то полетел как корявый вниз, носом вниз. Тут еще и не идеальный старт, не шиша у нас. И вот эти вот прыжки, ну, на самом деле, вообще... Так, а чувак что, прошаренный смотрю, что ли? Вот этот, сзади меня, который едет. Да-да-да-да-да, он специально, ребята, снизил скорость, но все равно я первый. Он специально снизил скорость, чтобы попасть на этот трамплин. Ну что ж, флаг ему в руки, последним он все равно будет. Ну что, мы с тобой открываем эти... Видишь, как у нас усиленные это... А там что у нас? Запчасти для колес новые, да? Так, это я, наверное, пожалуй, сам открою. Вот это пускай будет разблокироваться. Ну что, друзья, на этой ноте я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!